До 12 июня компании, имеющие статус социального предприятия, могут подать заявку на международную премию «Мы вместе». Это шанс получить грант в 3,5 миллиона рублей. Чтобы принять участие, необходимо иметь социальный проект с результатами его реализации и планами развития на 2023 год. Победители смогут участвовать в мероприятиях фонда Росконгресса. Кроме того, компаниям помогут с медиасопровождением. Поддержка включает в себя продвижение на форумах, размещение информации на различных платформах, в социальных сетях и у партнеров премии.